Вот я и спрашиваю, зачем Армении необходимо стало миссия европейских наблюдателей? Ну, насколько я понимаю, наше руководство думает, что присутствие наблюдателей Европейского Союза это в какой-то мере снижает риск новой агрессии со стороны Азербайджана. Я хочу это сказать в какой-то мере. Я не думаю, что есть серьезные люди в Армении, которые думают, что все. Если у нас здесь 100 или даже 200 безоружных европейских наблюдателей, это стопроцентная гарантия, что новой эскалации, новой агрессии не будет. Вряд ли.